Привет, чё, как? Какие новости? Ничего, написал. Приняли? Не знаю. Забрали, ничего неизвестно. Ничего не сказали, что ли? Угу. А остальные тоже написали? Да. А ты кому отдавал? Да там одному полкану. Там стопка у него здоровая набралась, только могу сказать, это точно. Все практически написали в отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, там видно. А я сейчас это сегодня в Телеграм читала там новости. Это 800 военнослужащих России Ну. отказались участвовать в боевых действиях в связи с морально-психологической низкой этой, ну, Ну, короче, я по понял. этим. А что на сайте там писал? На сайте написала, я сегодня в понедельник, во вторник еще письмо отправлю туда, такое, письменное. Ответ был, не? Ответы в течение 30 дней. За это время и помереть можно. Да, не факт, что придет, но типа если в течение 30 дней рабочих не придет, то нужно обращаться в военную прокуратуру, если они не ответят на эту жалобу. Юриста нанять, денег нету. Не надо ничего нанимать, сейчас все решим. Да, что решить, Эдик? Решим мы все. Народ уже все бунтует. Народ отказывается выполнять приказы и все.